Ну что, народ, еще есть пару часов. Пойдем пройдемся в бассейн. Такой прикольный лифт. Прикольный бассейн. Кстати, интересно, солнце сильно не слепит. Пока еще. Ну, это здесь не слепит. Ух ты! Ой, 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 ой. Аж подукачало. Ну, девки, вперед. Так, мы решили, что здесь выход. Мы любим попетлять. Большой белый волк. Может, чей-то свадьбу прилетел. Ох, какой звук! Да? Шахматы, никто в шахматы не хочет поиграть. Как вода льется, чувствуется, класс. Из тех вариантов, когда нету крема, потому что все вещи запакованы в чемодане, но маска защитит от солнца. Классно, красиво. Но мне кажется, если здесь есть женщины в купальниках, могут визжать и кричать. Как это уже было много-много раз. Ну вот такой еще мариотик покажем. Чем-то вот отель большой с растениями напоминает наш отель Меркьюри, отель на горе. А ты видишь, что ты здесь с балкончиками? Это... Балкончик какой-нибудь покруче, наверное. Давайте просто подойдем к водичке, покажем. Вот детская территория с мужчинкой. Такие прикольные кольца, где можно бегать. Людей мало, людей было много утром, когда мы только шли на завтрак. 8:30, было много людей. Ой, как красиво, настоящее лето. И уже так печет в головушку. Ну, это Эмираты, детка, что ж делать. Вот такая красота. Тут, конечно, деткам плескаться и плескаться. Ну и бассейн покажу так, наверное, или подойду к спасателю, чтобы тоже не было никаких криков и охов. Ага, вот еще территории, песочек, прям съезжаешь, как на горке в Эльзабиль-парке. Поехали. Отель, кстати, напоминает этот молл. Говорю, отель напоминает трейд-центр молл, молл-лабиринт по построению чуть-чуть. Да тут солнце не было. О, красота какая. Ну и такой бассейн расслабляющий, лежачки все свободны. Вот хотели выйти показать вам. Вот такая территория отеля Мариот. Ой, а там прямо как джакузи, не джакузи, да, как джакузи идет. Видишь, как среди бурлит? Ага, улечки, да, ага. Посередине. Либо там кто-то плавает не, и попой бульки пускает. Он большой, это здесь и там, он переходит. Давай я посмотрим. Так, туалет есть, все окей. Душ, туалет. А здесь вообще никого нет. Вот. И купальников у нас тоже с собой нет. Такое здоровое мариотище. Красота. А там, кстати, есть конюшни. На этот отель преподносится как спортивный отель. Шикарная вода. Не горячая. Классно. Вода такая, как надо, но нам тут не купаться пока. Очень надеюсь, что все-таки мы вылетим. Скользко идти. Ну вот, заезд, что плохо. В принципе, рядом у отеля ничего нет.
Водичку надо брать в отеле. Хорошо, мы на завтраке много взяли. Да. Но либо покупать, либо я не знаю. Кушать тоже в отеле, понятное дело, цены будут дорогие. Так что вот, такое сегодня неожиданное утро. Мы смотрели, что в Кракове дожди, плюс 17. Набрали курток. Да, хочешь насмешить Бога, расскажи свои планы. И мы все еще в Эмиратах, плюс 40. Хоть и в такой красоте, хоть и вкусно покушали, но. Да, почему-то не отпускают нас Эмираты. Вот, тоже в головушку печет сильно. Да, так что музычка играет, понятное дело, что можно раскрыть зонт, но все равно жарко, народ. Уже как-то всего лишь пару человек, а плавало утром много. Ну, так что такая вот инфраструктура отеля. В принципе, неплохо, но, конечно же, если вдруг здесь есть трансферы на море, на залив, помним, еще раз напомню, океана здесь нету, не ведитесь на экскурсии, то, конечно, лучше поехать туда. Ну, еще здесь конюшня-то видно, вот, блин, скользко. О, вон конюшня. Сейчас я вам... Ой, улеглась на перилка. Да вон один конек стоит. Вон. Два. А где еще второй? Три. А, вон точно есть, да. Честно, я так зацепилась и вешу. Мне не очень удобно. Поставьте лайк, народ, пожалуйста. Даша меня придерживает. Вот и дальше такое полечко для лошадей или верблюдов. Вот, прощаю уже. Цветы шикарные. Не верится, что Эмираты. Кажется, какая-то Турция. Сейчас спускаюсь. Все. Спустились. Красота. Практически все вам показали. Вот, а сейчас что мы? В номер и попробуем, конечно же, помыть голову, посушиться. Ну, почему попробуем? Постараемся сделать. И потом уже, кстати, повторюсь, кстати, снова не предоставлен трансфер. Просто нужно за такси заплатить самому. И потом все это вписать в жалобу на Визеев. Ну, расскажу обязательно, как будет проходить жалоба. И что мы от этого выиграем. Но действительно, какая-то компенсация должна быть. Несмотря на то, что нам дали крутой отель, вкусный завтрак. Но это все не то. Мы хотим домой, у нас долгий путь. Из Эмиратов мы планировали в Краков, из Кракова в Перемишль. В Перемишль должен быть поезд. Это все тормозится. Мы уже потеряли один день в отеле в Кракове. И написали в Booking, да, они нас ждут. Тем более деньги-то они сняли, я повторюсь. Красота какая. Давайте еще пройдемся. Погуляем здесь. Когда еще такое придется? Никогда, наверное. Потому что отель все-таки дороговатый. Красиво, музычка играет. Вот честно, я себя сейчас чувствую в Турции, что никакой хрени не происходит, что войны нету, вируса нету, что просто мы приехали отдыхать в Турцию, в которой уже было 12 раз, и все классно. И просто мы попали в дорогой, крутой отель. Вот. А на самом деле все не так. Ох, такие переходнички, как в Лувре или в замке Хосен. Ай, красота, увеличиваю. Ай, красота. Ай, просто чувствуется такая вот расслабленность. Боже мой, сколько зелени все-таки. Красиво. Ну и вот мариотище, не мариот, мариотище. Вот лавочки, кстати, классные. Сел, посидел. Сейчас сяду, посижу. Отдохнем. О, да не, жарко. А это ж ресторан. Уже напекло там, да. Ресторан. Там у нас был чудесный завтрак. Да. Слушай, интересно, сейчас, наверное, тоже в Турции не очень. Ну, в Турции холодно. Жарко, да, жарко сейчас. Но просто, когда в Турции, ты же чувствуешь, ты на отдыхе. А здесь ты чувствуешь напряжение. Да. Где рейс, нет. Где это, как добраться домой. Чувства нет такого, да? Сколько всего мы забукали, ну, забронировали, да. Чтобы добраться домой. О, боже мой, короче. Еще неизвестно что. Еще неизвестно что, действительно. Так что вот такая вот небольшая обзорочка инфраструктуры. Это, понятное дело, еще не все. Но нам нужно, дорогие наши подписчики, пойти помыться, трохи подсобрать вещи, которые я раскидала.
Вот, и будем уже вызывать такси, просить рецепцию, чтобы вызвали такси, потому что все люди здесь, ну, некоторые, кто живут в Абу-Даби, вернулись домой, а нас вроде как 160 человек, думаю, вернулись домой человек 20, ну, тут, представляете, больше 100 человек. Кстати, наверное, сейчас зайду, покажу вам пироженки, да, показывали этот масочку. Ой, какая здесь прокладка, класс. Хочу показать вам пироженки. Сейчас немножко отвожу камеру, там местная семья, чтобы не было воплей. Вот. Вчера просто было такое место, да? Место было просто закрыто. Так, один кусочек 5 дирхам, 2 13. Здесь круассан 16 дирхам. А вот такой вот даниш, огромный даниш, 16 дирхам. Вот такой круассанчик 16 дирхам. Кофе, что у нас, непонятно по ценам, но кофе есть. Я не вижу цены, нет, их нету. Так, какие же у нас здесь, сейчас обойдем. Вот торты я уже показывала, когда мы сюда приехали. Это, конечно же, бутафория, но сейчас покажем настоящие. А вот такая красота есть, чаи. Смотрите, какой выбор чаев. Ну и пироженки, и тортики. Так, это вот 15 дирхам. Стоит каждая. Наташе это вот понравилось, да? Тебе понравилось чизкейк. Ну, чизкейк, да, должен быть вкусный. Это вообще какое-то искусство прям. Не, мне вот это тортик, тортики по 175. А тебе кофейный между понравился. Между прочим, цены, но не так, что... Да, цены выбор, как бы нормальные. Салатик по 10 долларов где-то. Смотрите, салатик. Это вообще с сальмончиком, наверное, очень вкусные. Бутербродики, фруктишки. Ну, все есть. Вот. Так что вот такой вот интересный кафетерий. Вот, есть в отеле Мариот. Да, вот там, кстати, да, показала вдалеке сувенирный магазин. Всякие шампуни даже, я там вижу. Сувенирный магазин, шампуни, санскрины. Магнитиков бы. Ну ладно, народ, вот такая ситуация, пожалуйста. Сказать, переживайте за нас. Не, не переживайте. Просто дай бог, чтобы у вас все хорошо было. В общем, болейте за нас, чтобы мы все-таки улетели. Чтобы мы все-таки улетели и достигли Кракова, а потом достигли Киева. Это очень важно. Вот, Наташа. 250 за килограмм стоит. Так, а килограмм там чего будет? Булки или мясо? Так это ж торт. А, это торт? Ёлки, я думаю, это бургер. Да, вчера я поняла, что это торт, а сегодня я такая дурная, что я думаю, что это бургер. Это торт. Да, ну-ка. Да, слушайте, прикольно. Вау. Шахматы тоже торт, теперь я понимаю. Ты меня снимаешь? Да. Все, собираться. Отель да, прекрасен. Классный. В отеле хорошо, а домой добраться надо. Я вам взяла. Да мы только зашли в самолет. Ну что, народ, всем здрасте. Не поверите, 14:05, и мы сидим, уже ждем нашего вылета. Так что мы надеемся, что все-таки везде домчит нас. Вообще реально это странно, да, что у людей было, по-моему, целая ночь просто вытереть. Ладно, с другой стороны, хорошо, что мы приехали, очень рады.